Пока ребенок смотрит мультики, мы немножко распаковываем. На этот раз нам нож не понадобится, а нам понадобится стакан воды и вот такая вот банка. Если помните, она у меня на обзоре была, и все что-то у меня как-то руки не доходили до того, чтобы ее открыть и посмотреть, что она из себя представляет. Вот вроде как дошли. Надеюсь, мне никто не помешает. Например, ребенок или жена. Жену предупредил, чтобы не мешало. Ребенку предупреждение бесполезно, он их игнорирует абсолютно. Давайте посмотрим, что у нас. Да что ж такое-то внутри? Как тебя подцепить-то? Вот нож бы мне сейчас пригодился, были. Специально есть крючок для банок. Банки открывать. Итак. Вы знаете, если у вас найдут такую банку при обыске, я подозреваю, вы посидите какое-то время, пока она будет проходить экспертизу. Ага. Я, наверное, сейчас вот так вот камеру поверну на жену, покажу вам, каким мусь она мне строит. Так, к сожалению, беда заключается в том, то, что здесь не указано количество воды, которое необходимо сюда заливать. Поэтому мы все это дело будем проверять методом научного тыка. Насыпем вообще все, что есть. Насыпем. Насыпали вот там вот. Полдыхается, ее вроде немного. Ну, вы знаете, лить вот этой вот лопаткой явно смысла нет. Давайте плеснем немножко, посмотрим, что с этого получится. Пока получается какая-то вот такая вот фигня. Давайте еще немножко плеснем. Судя по тому, как с банки все это дело прям наружу по рисунку ломится. Здесь, наверное, тоже должно быть много. Видимо, я все-таки немножко перелил. Почему я так думаю? Потому что теперь, если поначалу снег выглядел на самом деле белым и пушистым, то теперь он чем-то, знаете, напоминает. Даже не знаю, что он напоминает. Не гидрогель, а... Хотя, наверное, да, гидрогель он напоминает, который был разломан. Шарик гидрогеля был разломан. Назвать это снегом? Не знаю, рука не... Язык не повернется назвать это снегом. А при этом, видите, я порезался. Непонятно, как умудрился я порезаться об эти вот, видимо, острые края банки. Да, вот так вот, когда размешивал, я порезался. То есть это, в принципе, травмоопасно. Ну, хотя, вы знаете, да, они говорят, делаю все это дело в стаканчике. В прозрачном, чтобы не порезаться. Поэтому в этом отношении к ним, конечно, претензию не дашь. Ну вот, снег получился какой-то... Не знаю. Ну, на этом, я думаю, обзор можно закончить. Чуть поменьше нальете, получится снега совсем кропаль. Чуть побольше нальете, получится вот такая вот ерунда, как у меня. По-моему, своих денег не сильно стоит, но есть, наверное, некоторые... Может быть, вам вот такая вот лопата нужна. Да, то есть, как бы, вот, купи у нас такую лопату. А вы дороже, чем эта банка из Китая. Кто его знает, что вам для этого нужно? Я распаковал, я попробовал. Моя задача закрыта. Как придумать, как использовать, я не знаю, поэтому вот вы додумываетесь сами, а я пойду лечить мой палец. Надо вызвать скорую помощь. Они мне наложат 8 швов, и моя жизнь будет вне опасности спасена, и мы с вами скоро увидимся. Всем всего, до скорых встреч!